Вот, друзья, недалеко мы бегали. Как ни странно, взяла и натолкнулась я здесь. Буквально почти что войдя в этот лес, на лесосад. Уж не знаю, в чем он заключается. Здесь валерьянка выращивается, дуванчики, мята, шалфей. Но главное, что здесь есть гриб-зонтик. Белые грибы, смотрите, сколько тут всего. Ну, кроме этого изобилия, тут есть сундук. Сложный замок, поэтому давайте попытаемся его вскрыть. И попытаюсь я это сделать при вас. Еще не пробовала. Так. А, да. Сложноватенько будет. Провалилась. Да, елки с палками. Так. О, вскрыли с третьего раза. Ну что ж. О, слушайте, так это клад. Как интересно. Вот так вот. Когда мы ищем клады по заказу, друзья, мы их не находим. Однако, гуляя по лесу, мы находим клады. Окей. Возьмем все и давайте посмотрим на карту. Если что, давайте я вам покажу на карте, где я сейчас нахожусь. Вот здесь вот ледечка, вот он лес. Вот здесь вот сейчас не видно, но вот здесь вот под нами лесосад. И рядом с ним клад.